Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы сегодня представляем вам обзор очередного Ford Raptor, но это будет, опять же, очень интересный пикап, и назвать его очередным очень трудно. Вы видите, у нас эта модель самая популярная по-прежнему на экспорт, но далеко не каждый из Raptor'ов удосужился такого тюнинга. Даже, скажем, это очень индивидуально и очень единичный образец, и это не только в нашей компании, даже на просторах YouTube вы вряд ли найдете много автомобилей с таким тюнингом. Это очень интересный, очень индивидуальный. Он не такой броский, допустим, как мы делали Raptor с бамперами, со светом, с рэком. Но он очень индивидуальный и очень дорогой. И мы вам сегодня подробно расскажем об этом. Обращу внимание на эти колеса и на эти диски. Только эта система стоила клиенту практически 25 тысяч долларов. Вот вы видите, мы достаточно много делали различных апгрейдов. Вот стоит белый Raptor, который мы снимали совсем недавно и показывали вам. Но то, что мы сделали с этим синим пикапом, это заслуживает внимания. И мы с удовольствием сейчас вам расскажем и покажем все, что мы на нем сделаем. Мы поставили рядом два Раптора. Этот, который мы тюнинговали, и этот в обычной заводской комплектации. В принципе, они по цене практически одинаковые, по оснащению тоже одинаковые. И таким образом мы покажем отличие, то, что сделали мы, по сравнению с обычным стаковым автомобилем. Итак, начнем. Первое, что хочется отметить, мы установили в штатный бампер лебедку. Лебедка очень мощная, ее не очень видно, внизу у нас защита стоит, она у нас осталась штатная. Это лебедка Warn Xenon Platinum, 12 тысяч паундов ее мощность, то есть ее вполне достаточно для нашего пикапа. Очень серьезный стоит механизм мощный для крепления этой лебедки. Сюда же мы добавили накладку на бампер, это фактор 55, и этот сложный крюк, фактор 55 тоже, это, ну, как бы добавляет такого шарма и брутальности нашему автомобилю, и в то же время он такой многоцелевого использования. Вот видите стандартный бампер. Почему мы использовали это? Потому что при постановке на учет в России никаких проблем не возникнет вот с этой лебедкой, установленной в штатный бампер. Если же менять, ставить металлические бампера от Addictive Desert Decision, что мы делали раньше, там, конечно, много проблем по согласованию, все это еще далеко не уверены, что у вас получится. Поэтому вот мы поставили это в штатный бампер. Дальше, ну, как всегда, мы установили подфарники, противотуманки, противотуманки различного действия. Это диффьюз, это очень она рассеивает свет по сторонам. Это, ну, можно сказать, как ближний свет, она светит по мощности, наверное, даже сильнее. Это же Hyper Spot, это новые фары, они стоили немножко дороже, они светят точечно и очень-очень далеко. Ну и вот в совокупности как бы дается такой универсальный свет противотуман. Мы наклеили этот дефлектор на капот. Это оригинальный, идет он как аксессуары Ford от компании Land. Он такой, видите, не гладкий, как мы делали ABC, а такой структурный. Также мы установили график-пакет на капот. Брали мы без него, чтобы уменьшить стоимость по стикерам. Ну, а теперь перейдем, наверное, к самому главному и яркому отличию нашего тюнингованного автомобиля от стакового – это колеса. Клиент, почему вообще, из-за чего вообще заплясали по этому тюнингу, он хотел усилить тормоза. Самое лучшее, конечно же, это Brembo. Вот, но Brembo ставится только на 20-е диски, то есть на 17-е родные система Brembo никак
не влезало. Когда мы начали изучать по поводу установки Brembo на Raptor, были прецеденты, когда ставили шестипоршневые тормоза. У нас же совершенно новая система, у нас здесь восьмипоршневые. То есть у нас, по сути, две пары колодок здесь. И 8 поршней работает на эту систему. Диаметр диска тормозного, если я не ошибаюсь, 480 мм. И сюда мы установили диски. Это очень дорогие диски от компании HRE. Каждый диск стоил $2500. Это кованый диск, моноблок. То есть это серьезная компания. Они очень легкие. Когда мы к нам пришли чисто диски, они вообще в руках, можно сказать, не весят ничего. Долгая была работа по согласованию производителя дисков и производителя тормозов. То есть производитель дисков запрашивали у нас специальные диаграммы, и диски разрабатывали конкретно под эти тормоза. И, ну, в конце концов у нас все получилось. Стало все абсолютно ровно, без всяких проставок. То есть это как родные диски. Очень интересно получился дизайн. Резину мы установили точно такого же качества. То есть это та же BF Goodrich с тем же рисунком, но разный размер. Размер нашей резины 35, 12,5 на 20. Размер же оригинальной резины у нас 315, 70, 17. То есть по ширине они абсолютно одинаковы. По высоте, наверное, наша новая резина отличается, ну, на какой-то полдюйма, да, полдюйма. То есть за счет того, что у нас мы уменьшили ее профиль, то есть они остались, сохранились, в принципе, все те же размеры, и она совершенно спокойно, без всяких преобразований, входит в нашу штатную арку. Ну, вот это вот главный тюнинг и апгрейд дисков, тормозов и резины клиенту обошелся практически $25 000. Это, я повторюсь, наверное, самый серьезно тюнингованный Raptor, который мы делали. Задняя тоже система Brembo у нас, но здесь у нас уже, конечно, естественно, тормоза поменьше. И здесь у нас четырехпоршневая система. А повторюсь, восьмипоршневую систему, что мы установили на передние колеса, это, наверное, первый претендент, во всяком случае, когда мы делали эти колеса. До этого никто не ставил такую тормозную систему на Raptor. Мы установили сюда подкрылки от компании Husky. Вы видите, все закрыто у нас. Подкрылки эти стоят совершенно немного, но свою работу выполняют. Смотрите, насколько все закрыто, и амортизаторы спрятаны. То есть защита серьезная. Сюда же мы установили брызговики перед зад от компании WeatherTech. Они становятся абсолютно идеально. Вот вы видите, в заводском варианте у вас открыто железо и как бы все абсолютно голое. Это дефлекторы на окна. Обычно мы ставим WeatherTech, которые идут внутри в канал. Здесь же совершенно случайно наш установщик перепутал и поставил вот эти. Но они очень интересно смотрятся, как, смотрите, стильно. Такие плоские. Я думаю, нашему клиенту уже понравилось. И это как вариант новых защитных козырьков на стекла. Что у нас еще самое интересное, это мы установили паровозный гудок сюда. Тоже своя проблема, но как бы мы с ней справились, и давайте мы покажем. Это мощный гудок, сейчас вы послушайте, как он работает. Мы его вывели отдельно, то есть штатный сигнал, он остается работать, чтобы не случилось. Но если вы хотите серьезно погудеть, то вот здесь на консоли просто нажимаете кнопочку. Я вам так скажу, он не... Второй кнопкой мы включаем компрессор. Компрессор разряжен, и гудок этот не тот. Мы сейчас зарядим компрессор до конца и повторим этот гудок. Да, мы показываем место его размещения, где он размещен. Гудок на самом деле не доработали для Raptor. Он идет на стандартный 150-й. И нам пришлось
ну, по-любому убирать запасное колесо из-за изменения наших колес. И поэтому гудок мы поставили на место запасного колеса. А свое же запаску клиент уже будет решать по установке на родину. Так, пока у нас набирает компрессор. Компрессор нам, кстати, тоже пришлось менять, потому что штатный компрессор, который идет в системе с этим гудком, он больше. И опять же, хорошо компания выпустила для Раптора менее объемный бак, и мы его установили. Ну, все работает. Сейчас он наберет воздух, и мы вам продемонстрируем. А пока мы вам покажем тоже интересную систему. Это система рамп для квадроциклов. Так, давай по крышке тоже. Крышку мы это устанавливали сами. Тоже компрессор набрал воздух. Крышку мы устанавливали сами, но такая же идет и с завода предлагают. Уже клиент решил попозже по крышке, мы ему ставили отдельно. Очень удобно, очень крепкая, надежная крышка. И с ней у него не будут проблемы. Она очень быстро демонтируется, буквально одним человеком. За 5 минут он ее снимет, и квадроцикл может спокойно заезжать. Да, клиент у нас постоянно пользуется квадроциклом, и вот эта вот фишка ему очень необходимо. Это заводские рампы. Заказывали мы машину без них и потом уже покупали и доустанавливали. Сейчас мы покажем, как это все работает. Замки запрограммированы под наш штатный ключ от Раптора. Вот это металлическая вкладка. И ей мы открываем каждый из замков. Это мы освобождаем спокойно. Да, у нас есть здесь ступенька. И вы спокойно забираетесь. Мы достаем. Да, повторюсь, рампы полностью алюминиевые, то есть они ржаветь у вас не будут. А сейчас мы вам покажем, как система крепления здесь происходит. Так. Смотрите, здесь у нас такие пазы. И здесь вместе с этой системой вот идет эта специальная планка на кузов, которая устанавливается отдельно. И здесь таким же сечением. То есть вы просто берете и вот таким вот образом надеваете. Вы можете, здесь у вас стоит такой пин. Выдвигаете на нужную вам длину. И вот у вас рампа для заезда. Повторюсь, очень-очень крепкая система, очень надежная, очень такая durable. То есть вот можно смело нагружать и заезжать. И опять же, вот для хранения вы прикрепили, она не съедает нужного пространства, то есть она стоит ровно над выпирающей аркой, поэтому для перевозки тех же квадроциклов она совершенно не мешает. То есть она у вас может постоянно находиться в кузове и совершенно не напрягать и не мешать вам. То есть вот такая вот очень полезная система, и те, кто пользуется квадроциклами, ее оценят. Также мы положили сюда такой вот коврик полсантиметра толщиной. Классный, не скользит. Это от компании Westin коврик. Все у нас закрывается удобно. Все у нас очень удобно. Все, good. Так, единственное, что мы еще, да, покажем вот эти наклейки на борта. Это тоже мы устанавливали. Брали их без. Так, вот смотрите еще, что мы установили. Это такую лампу. Это тоже заводская вещь. Вокруг стоп-сигнала. Вот такая вот лампа у нас. А сейчас она работает как стробоскоп, то есть такими сигналами. Я думаю, что ее можно настроить на постоянный свет. Но что-то наши установщики не поняли нас, а машину нужно отправлять нам. Поэтому тут уже клиент доработает. Я вам сейчас покажу, как она работает. Мы ее тоже подключили на наш
Вот, вы видите, света много от нее. В качестве какой-то предупреждающей вещи это очень удобно, но, конечно, хотелось бы, чтобы еще работал и режим постоянного света. Так, сейчас мы еще раз к гудку нашему вернемся. Так, лампу мы выключили, компрессор у нас накачался, сейчас слушайте гудок. Еще раз. Ну, пусть компрессор поднакачается. Компрессор мы тоже включили отдельный свитч над этим, который работает для компрессора. Вот теперь вы чувствуете, что значит гудок паровозный. Что мы еще покажем? Внутри все стандартно. Здесь у нас практически ничего не менялось. Единственное, мы добавили подсветку салона, но мы вам ее сейчас покажем в темноте, когда она будет работать. Пока у нас качается компрессор. Здесь у нас, а вон, видите, у нас вон там под сиденьем она всякими цветами переливается. Так, здесь мы, как всегда, установили ящик для подсидения. Это специальный универсальный прицепное. Два разных шара, шар двойка и шар 2,5-16. И здесь по 8 дюймов вы можете регулировать подъем. То есть практически он универсален под совершенно разные виды прицепов. И также вы его можете перевернуть еще вверх на 8 дюймов. Сейчас мы вам покажем. Смотрите, очень качественная вещь. Очень хорошо сделано. Вот, смотрите, как все выглядит. Это полностью алюминиевый, он очень легкий. Очень легкий. И вид тоже очень солидный. Смотрите. Вот как он выглядит. То есть, давай мы его сюда ставим. Вот таким вот макаром. Вот у нас два шара. Вот эта вот вещь. Все, смотрите, все на замках. Серьезные ключи. То есть у вас ее тоже никто не снимет. Все это блокируется здесь тоже на замке. И вот шары. Мы его не устанавливаем на машину, потому что в контейнере два больших автомобиля. И эта вещь, ну, явно будет мешать и создавать лишние проблемы для повреждения. Поэтому мы его оставим в коробке. Но очень интересный, повторюсь, механизм. Также вот смотрите, в комплекте идет вот этот пин, который блокирует сам... Это прицепное у нас прямо к автомобилю. Точно такой же ключ. Вот у нас достаточно сложный ключ для замыкания. То есть, ну, качественно действительно продукт. Так что, если вас заинтересовал такое прицепное, мы всегда установим его для вас. Или купим и положим. Тоже такой же набор, еще с одним пином. И этот маленький пин, который блокирует уже, когда вы... Сам прицеп цепляете к крюку, вот он блокирует вот этот на верхнюю защелку прицепа к шару. Так, ну что, там он у нас лежат, мы купили комплект ковровых ковриков, так что, как вы знаете, Раптор идет только с резиновыми ковриками в комплекте. А, еще мы одну интересную вещь установили. В предыдущих репортажах мы вам показывали, что... А вот, кстати, еще покажем. Смотрите, это у нас крюк от оригинальной лебедки остался, варновский, и накладка на бампер. Но мы использовали фактор, а это все оставляем нашему клиенту. Так, мы говорили то, что это сиденье откладывается легко. Вот оно раз, здесь есть крючок, и здесь у нас домкрат, баллонный ключ, воронка, все это есть. Окей? Это же сиденье было чрезвычайно сложно, и для обычного пользователя не предусматривалось, что будет он откладывать. И мы установили вот такой механизм. Сейчас мы откроем. Открывается сейчас он вот очень легко потянувший за этот хвостик. Вот посмотрите, такой механизм у нас, который
активирует и тянет этот пин и снимает с блокировки. Без него это надо было очень худой рукой залезть в этот пин и открыть его. То есть очень полезная вещь. Здесь как бы нету особо пространства полезного, но для доступа к музыкальной системе и мало ли еще, в общем, мы это все-таки поставили клиенту. Я думаю, что он будет благодарен за эту опцию. Все. Так, здесь все. Здесь все. Ну, здесь у нас все стандартно, поэтому мы ничего не будем описывать. Это вы все сможете на наших обзорах посмотреть. Единственное, знаете, что хотелось бы отметить, что сейчас вот все, что идет с оранжевым салоном, вот это качество отделки вот этих вот тримов стало гораздо лучше. Раньше она была как наждачная бумага, а сейчас она реально такой под металл сделана и выглядит гораздо лучше. У нас тот же Raptor тоже с оранжевым салоном, поэтому тяжело сравнить. И третий у нас тоже с оранжевым салоном. Но я помню, прежнее это было ужасно, вот на ощупь выглядело. А здесь это очень стало гораздо лучше. Вот сюда мы еще такой вкладыш поставили в подлокотник. Видите, здесь он делит на много секций. То есть у вас внизу как бы с большой там куча вещей. Здесь, вы видите, у нас тоже подсветка установлена. А этот вкладыш как бы позволяет организовать ваше пространство лучше. Так, мелочь. Так, вот Windows стикер автомобиля. Мы вам тоже сейчас покажем, чтобы вы понимали его первоначальную стоимость. А конечную стоимость со всеми апгрейдами, смотрите, у нас таблица на нашем видео. Там мы все посчитали и указали, почем все-таки обошелся этот Raptor. Но, повторюсь, это самый дорогой проект, самый дорогой из тюнингов, который мы делали. Вот его заводская цена 69 130. За счет чего удешевление? За счет колес. Мы не ставили колеса эти кованые с будлаками, потому что у нас шел апгрейд. И за счет деколов, то есть этих наклеек, график пакетов. Все остальное здесь практически все есть. А, ну и карбон пакет клиент тоже не хотел. Так, сейчас мы вам еще продемонстрируем, как работает лебедка. Вот смотрите, у нас здесь wireless remote control для нее. Так, вот она включилась. Заряжается она, вот она шла с таким шнуром от USB. Вот USB, вы можете здесь к машине подключиться, либо к розетке у себя дома. Управляет она, видите, как лебедкой, так вы можете управлять и светом. Но свет у нас здесь подключен здесь, поэтому мы не стали на лебедку подключать. Если же у вас там много дополнительных световых приборов, вы это тоже можете на пульт подключить. Вот зарядку показывает, сколько у нас, мы ее полностью зарядили. Пойдемте посмотрим, как она управляется с лебедкой. Повторюсь, лебедка — это самая сейчас, наверное, дорогая на рынке, самая технологичная. Это Warn Xenon Platinum 12000S. Пойдемте посмотрим. Ну вот смотрите, сейчас мы вам продемонстрируем, как работает эта лебедка. Это у нас, опять же повторюсь, пульт дистанционного управления. Переходим в режим лебедки. Здесь нам надо разблокировать ее. Разблокировать это двумя клавишами мы удержим. Все, сейчас она стала в рабочий режим. И сейчас мы... Все. Вот она разблокировалась. Я не помню, сколько фит у нас здесь идет, синтетический трос, не металлический, тоже очень мощный трос. Вот, а дальше уже идет металл. Ну вот, вы можете пользоваться вашей лебедкой, как вы хотите. Еще одна немаловажная деталь. Смотрите, чтобы установить лебедку, здесь, как вы видите, большая решетка радиатора, да? Здесь находится у нас интеркулер. Okay. Если мы же решили устанавливать лебедку, естественно, интеркулер нам приходится переносить. И такую возможность дает нам, опять же, Addictive Desert Decision. Это компания, которая делает аксессуары для Raptor, много интересных бампера. И они же делают вот эти... Хотя эти интеркулеры по-настоящему делает AFE компания. Мы про нее вам сейчас тоже скажем. Но они делают именно для ADD, и поэтому она идет под маркой ADD. Вы видите, мы его вынесли сюда. Он, кстати, гораздо... Он побольше, чем оригинальный интеркулер. Он потолще, то есть помощнее
В любом случае, это полезная вещь, это изменение. И также здесь комплект переноса радара для активного круиз-контроля. Он тоже был вынесен за эту решетку вместо этой. Вот. Ну и это не дешевая вещь. Вот только сам интеркулер, этот кит, стоит, по-моему, порядка 1500 долларов. Ну и работа по нему, фух, если я не ошибаюсь, занимает порядка 4-5 часов. 5 часов, да, по переносу его. И еще мы установили, смотрите, новый фильтр по вот этой компании AFE Power. Этот фильтр, были различные вариации. Вы видите, вот окошко, смотреть состояние фильтра. Различные вариации, вариации со смазкой, без смазки. Мы выбрали сухой фильтр, его не надо смазывать. Вот, по заявлению производителя, он нам дает дополнительных 22 лошадиные силы. Посмотрите, как выглядит в стандарте. Ну вот, наверное, это и все основные наши преобразования, которые мы сделали. Пожалуйста, приобретая у нас Raptor, обращайтесь. Любые из этих аксессуаров мы вам установим в лучшем и качественном виде. Итак, уважаемые зрители, мы сегодня представили вам наш очередной проект. Это тюнинг очередного Ford Raptor. Очень интересный проект, на наше мнение. Надеемся услышать ваше мнение в комментариях. Это для наших зрителей, для тех же, кого интересуют такие пикапы приобретения, кого интересует действительно тюнинг автомобиля. Мы всегда рады помочь вам и сделать любой апгрейд для вашего пикапа. Это не обязательно может быть Raptor. Опять же, этот апгрейд может быть в различных вариациях. Вот мы недавно представляли белый пикап. То есть, нашими видео мы стараемся показать как бы возможности нашей компании, что мы можем делать. Поэтому, если вас интересует приобретение какого-либо пикапа из США или Канады, либо вообще любой автомобиля, марки, производящиеся и продающиеся на рынке США и Канады, обращайтесь к нам. Все контакты в описании этого видео. Вайбер, WhatsApp подключены к нашему телефону, поэтому мы на связи практически круглосуточно. Обращайтесь, и мы ответим на все ваши вопросы и расскажем все условия. Спасибо за ваше внимание. До свидания.